Уже завтра в Черкесске состоится региональный фестиваль «Модафест». Местные дизайнеры и модельеры представят свои работы широкой аудитории. Кто выступил организатором фестиваля моды и какую значимость он несет для республики? Ответы на эти и другие вопросы узнавала Альбина Ламкова. Лейла Тимова впервые участвует в фестивале моды. Ей интересно, и, возможно, в будущем опыт участия в показе вдохновит юную модель на выбор профессии в сфере моды и искусства. Если честно, я, можно сказать, вообще не волнуюсь, но да, это мой первый показ, да. Мне очень нравятся эти платья, допустим, вот, народные, вот, мне очень нравятся. Национальные костюмы, да? Да, вот, хотела бы, да, когда вырасту, стать актрисой или моделью. В зале царит обстановка творческого хаоса, атмосфера волнения и ожидания. Дизайнеры, модельеры, стилисты и визажисты подбирают образы. Они вскоре будут представлены на подиуме. Участники фестиваля, несмотря на напряженную работу, излучают радость и энергию. Все понимают, что от сегодняшней репетиции зависит успех фестиваля «Модафест». Участвуют в нем более 100 человек. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди Групп» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии в партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Идея создания, вообще создания такого фестиваля пришла довольно давно, но просто не было на тот момент благоприятных условий для его реализации. И вот сейчас, в наше время, наконец-таки, такие условия возникли. Можно сказать, союз «Леди Групп» – это, скажем так, союз, женский союз женщин, девушек, которые активно в этом участвуют, и каждая вносит свой вклад. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссером-постановщиком фестиваля «Модафест» выступила руководитель модельного агентства из Невинномысска Ольга Хавшапова. Моему агентству уже 20 лет, то есть я совсем юная организовала студию, и потом она переросла в целое большое агентство, большую семью, в которой 100 детей, 100 взрослых моделей, даже есть мамочки-модели. Показ не просто мероприятие, а настоящий праздник моды и креативности. За красотой стоит колоссальный труд. На самом деле подготовка бывает и месячная, и 2 месяца, и 3, то есть организуется, готовится. И только вот на генеральной репетиции мы видим всю сложность постановок, то есть это не только дефиле, это дизайнеры работают, это стилисты работают, да, то есть это главный организатор, который это все организовал, вот, то есть более, я так знаю, что более 270 будет показов, то есть мы увидим шикарнейшие наряды. Важно отметить, что участие самых маленьких моделей в таких мероприятиях является особенно значимым. Это позволяет и детям проявить свою индивидуальность, развить уверенность в себе и научиться работать в команде. Хочется видеть на наших площадках детских дизайнеров, не только бальных нарядов, там, да, новогодних, но и современной одежды. И хочется видеть всех дизайнеров в нашем проекте, потому что он создан именно для них и ради них. Сегодняшняя репетиция – это лишь начало большого пути. Все с нетерпением ждут день показа, когда все эти усилия будут представлены на подиуме. И каждый зритель сможет оценить красоту и мастерство наших талантливых участников. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, «Вести Карачаево-Черкесия».